Так, пока загружается. Всем привет, с вами Джага. Мы продолжаем играть в Skyrim. Ну и вот где-то тут мы... Во. Где-то вот тут вот мы... В таверне это и остановились. Нет, вроде? Ах, да, 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 я забыл. Еще же самое главное. ФОВ 110. Ну, 110 мне нравится. Хорошо, может, это перебор. 105. 105 нормально. Это как 100, только чуть больше. Да, продолжаем. Так. Тут, оказывается, еще есть морды. Смотрите-ка, морда... Саблезубый какой-то тигр, лев, что это такое вообще? Так, вот там маркер, нам надо с кем-то поговорить. Ты ведь говорил, что я почти такая же умная, как ты. Не будь глупышкой. Ты кто такой? Нам не о чем говорить. Оставь меня. Слышь, ты жаба. Ну, сиди тут, ладно. Она сама управляется с баром. И ты говорил, что она одна из твоих любимых волк. Девушек. Морж. Мамочки, все. Не уйду я на покой никогда. Так, что еще тут есть? О, еще морды. Олень. Вот еще морда. Возможно, я и кажусь лишь крыса. Рубакой. Собственно, называется крыса этот бар. Какая-то там крыса. Бар. Таверна. Медведь. Что так в углу загнали? Тут два нужно? Медведя. Что мне нужно? Я морды смотрю. Кристалл тут. Мне нравится делать луки. Сложно и временами даже немного так, вот скучно. Нам кому надо. Но хорошая стрела. Ну туда не надо, наверное, пока что. Ну тут почище, бога. Конечно, чем в этих всяких Ривервудах. Ну понятно, город-то побольше, в конце концов, портовый. Что-то поет даже. Лизетта? Ну, пой, ладно. Играй, в смысле. Так, вот этот нам нужен чувак. Да. Пс. Квестов не хочешь? Я от нашей общей знакомой. Правда? Да-да. И выбор пал на тебя? Да. Надеюсь, она знает, что делает. Ну, значит, да. Я могу пронести кое-что для тебя внутрь посольства. Даже не пытайся пронести с собой еще что-нибудь. У талморских стражников нюх на это. Дай мне то, без чего не сможешь обойтись, и я пронесу это в посольство. Остальное за тобой. Так, какие вещи мне нужно принести? Ты меня спрашиваешь? Она обещала прислать человека, который знает, что делает. Если хочешь остаться в живых, я пронесу туда то, что тебе нужно, чтобы тихо ходить и быстро убивать. На оружие, наверное, отдать. Ну что ему? Так, ну... Вот ладно, то, что мне было. Я пронесу это в посольство. Мне пора идти. Я тебя найду на приеме, не волнуйся. Так, ну мы ему отдадим, значит, что? Что нам надо? Нам надо, конечно же, ну... Булаву. Ну и, наверное... Щит не считается за оружие, это ж типа, ну давай скажем, кинжал туда же. Че он, мы его продать должны были? Лук Галдура и все эти, да, стрелы. Ну вот как-то так. Это мы не будем, щит, я думаю, пусть остается. Что, ну, правильно, это же не оружие, нас пустит со щитом, я думаю. Ну если что, то не знаю. Ну все значит. Все правильно было, мы отдали, что надо. У нас еще есть оружие, ну дома полно оружия, но все-таки. Но как бы мы проверим. А просто нету закладки оружия, значит, мы отдали все, что, наверное, нужно. И что-то едят. Лососевый стейк. Смотрите-ка, у них были вилки и ножи. О! Цивилизация? Да ладно. Горшок пусто, конечно. Так, кто тут сидит, какие-то. Темнокожие, ну ладно. Так прекрасно, когда гости приезжают в город. Наверняка у тебя было много приключений. Ой, прям вот одно за другим. Недавно двух драконов убил, но это так, мелочи. Я не люблю хвастаться, но просто в этот раз... Похвастаться не получилось, да. Вот жаба еще одна. Да-да-да, я знаю, это ящерицы. Рептилоиды захватили. Все, все захватили. Так, что теперь делать? Не так уж плохо быть старым. Да мы знаем, Точка стрим на Ютубе будешь популярным. Или на Твиче надо стримить? Где стримить-то? Я не знаю. Где хочешь, там и стрим. Что может стримить пьяница? Хо-хо. Дай-ка угадаю. Кто-то украл твой сладкий рулет. Я тебя не встречал раньше. Рулет. Ты будешь зваться Рулет. Стражник Рулет. Стражник Сладкий Рулет. Мы хоть правильно идем?
Я так подумал все-таки. Да, на конюшню. Эй, там же этот, как его? Геймунд. Ну, зато мы теперь найдем, где же эта тропинка на конюшню, которой надо было сразу идти, а не... Черти как. Еще один с Твоя рулетом. Задача пройти на прием так, чтобы в тебе не заподозрили, что это же наш об остальном я друган. Позабочусь. Я понял, понял. Иди. Куда ты там идешь? Вот, а мы пойдем... Конюшня? Как не идти-то? Вот это, конечно. Проклятые драконы могут броситься на нас в любой момент. Вот это мне не нравятся твои слова вот эти про драконов. То как бы намекает на то, что сейчас может прилететь драконище и нам тут устроить. Вот эта тропинка, все нормально, можно было обойти, а не через камням прыгать, как было вот буквально в прошлом эпизоде. Ну, ладно. Рулет. Все в порядке. Все в порядке, все просто чудесно. Все, окей, у меня нет оружия, я беззащитен. Опа, здрасте. То, что нужно пронести в посольство, уже у Макберна? Да. Ну, да. То, что нужно пронести в посольство, уже у Малборна? Второй раз повторяешь. Да. Мы с Малборном во всем договорились. Хорошо. Вот твое приглашение на прием. Но ты сможешь пройти через охрану, только если они поверят, что ты действительно из приглашенных гостей. Окей. Это значит, что тебе нужно одеться соответственно и не тащить с собой целый арсенал оружия. Вот, надевай. Когда все будет готово, отдай мне все остальные твои вещи. Я сохраню их до твоего возвращения. А. У тебя будет только то, что Малборн пронесет внутрь. Ну и то, что найдешь на месте. Ну окей. Тебя не пустят на прием в Талморском посольстве в таком виде. Да стой же уж тебя тогда. Тебя не пустят на прием, да, в Талморском посольстве в таком виде. Что нам делать-то? А, надо вначале одеться, значит. Одежда. Что нам подогнали? Нарядные ботинки. Какие нарядные? Эльфийские, эльфийские сапоги, шлем. А вот нарядная одежда. Так, и стильная броня, остальное щит, сейчас эльфийские. Это все не нужно, правильно? То есть надо только ботинки и одежда, а все остальное не надо. Стальной щит тоже типа нет. Ну, ладно. Все? Нарядная одежда, нарядные ботинки и все. Как это выглядит теперь-то? Ну, на редкость нарядный, чувак, смотрите. И ботинки нарядные, и одежда. Про штаны, правда, ничего не сказано, но ладно. Ну, ладно еще, ну, хорошо, ладно. Поехали говорить дальше. Ладно, пусть будет так. Сойдешь за обычного гостя. Ну, пока рот не откроешь, конечно. Я зубы чистил. Ну что, пора садиться в экипаж и ехать в посольство. Нет, надо вещи тебе отдать. Ты что-то такое говорила. А, сохрани остальные вещи. Не бойся. Все тебя дождется здесь, в целости и сохранности. Главное, вернись живым и с уловом. Удачи. Да, уже так быстро. Ну ладно. Просто чудесно. Ну что, ладно, давайте. Что будет сразу? Поместье. А где это поместье? Мы прям там, где надо уже? Еще кто-то опаздывает на вечер у Эленберга. Да, кто-то опаздывает. И какой шикарный экипаж. Это же мое почтение, господин. Я опоздал исключительно из-за того, что заблудился в этих богами забытых горах, а не потому, что хотел опоздать. Я предпочитаю приходить пораньше. Часто за день до праздника. Чтобы уж точно выпивку не пропустить. А ты молодец. Пожалуйста, после вас. Я маловато народишко пить стал, правда? Да вот точно, вот вообще. Ну вот в старые времена пили не просыхая. Хоть тут ты чертовски холод. Куда хоть идти-то? Я что-то не пойму. Вот сюда, значит, да? Правильно? Добро пожаловать в Талморское посольство. Ваше приглашение, пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю, господин. Проходите. Весьма рад. Итак, вот мое приглашение. У меня нет отравленного кинжала под одеждой. Эцетера. Такова моя работа, господин. Все в порядке? Нельзя было сказать и так далее, эцетера надо. Да-да, теперь нужно немедленно. Так, он куда пошел? Ну тоже сюда, правильно? Зана, ну мы пошли куда-то. Ты кто такой? Добро пожаловать в Талморское посольство. Привет, волшебник.
Пожалуйста, проходите в посольство. Ты мне не нравишься. Внутрь, друг, слишком вежливый. Там холодны только женщины. Ну, посольство, и что тут дальше-то? Где оно, кстати, находится? Я так и не понял. То есть оно где-то отдельно за городом, не в городе. Добро пожаловать. Мы, кажется, не знакомы. Я Элен Вен, посол Талмара в Скайриме. Он телепортировался. А вы? Так, напрямую сказать или что? Ну, давайте напрямую. Да. Я видела ваше имя в списке гостей. Прошу вас, расскажите о себе побольше. Что привело вас в эту... дыру. В Скайрим. Что случилось, Малборн? У нас закончилось вино Алта. Вы разрешите мне открыть орентийский крас? Конечно. Я же просила не беспокоить меня такими мелочами. Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? Мы еще познакомимся поближе. Прошу вас. Да, конечно. Отдыхаем. Посмотрим, что у них тут творится у этих посольств. Ну, как сказать, почему-то при входе в посольство сразу вот раздача всякого. Мы сейчас с тобой поговорим, но вначале попробуем посмотреть, что творится. Пока что-нибудь плохое не случилось. Угощение. Яблоки? Отлично, нет, конечно. Талморский солдат. Привет, солдат. Сладкий рулет. Вот кто-то украл наш сладкий рулет. Вот они все. Какой же это рулет, если это кекс какой-то? Ничто из этого не похоже на рулет. Ну, правда же? Элен Вен всегда устраивает пышные приемы. Я по своей воле ни одного не пропущу. Рекур какой-то. Я так рада, что вы смогли прийти. Да. Что-то тебя тут раньше не бывало. А я знаю всех важных людей в Скайриме. Вот ты пасть закрой. Если твои глаза и уши открыты, а твой разум свободен от заблуждений и ожиданий, веришь или нет, он из руководства Восточной имперской компании. Так, что мне вам сказать? Что вам принести? Видишь, да ничего. Веришь или нет, он из руководства Восточной империи. Это только вопрос времени, когда ваша прогнившая империя развалится. Не обижайся. Все солдаты на войне. Вы эльфы. Некому гоняться за разбойниками. Так, это ж все можно есть, правда? Очень опасно. Это ж все можно собрать, а потом съесть, пополняя здоровье где-нибудь при битве с драконом. Я подумай над этим. Великая война в прошлом. Пора уже империи и альмерскому доминиону забыть. Короче, очень веселый и интересный прием. Ты мне уже даже симпатичен, чувак, но ладно. Ну-ка, спой что-нибудь. Это хорошая практика. Большинство просто не замечает, что я его доволен. Это хорошо, что не замечает. Потому что если бы замечали и было плохо, было бы хуже. Все, это интересно. Давайте, короче, может поговорить с ними со всеми? Вот ты кто такой? Человеку, который умеет делать деньги, война может принести хороший доход. Что привело тебя на этот прием? Ты верно недавно в Скайриме, раз не знаешь, кто я такой. У меня есть доли во всех крупных компаниях Солитьюда. Очень интересно. Я думаю, что пора уже забыть обиды прошлого и посеять семена мира и процветания между империей я и тоже так думаю. Доминионом. Вот я и помогаю, как могу. К тому, ты говоришь, как деловой человек. Не все норды зациклены на силе, чести. Немногим дается. Что же до чести? Короче, понятно, он только стоит и рассказывает про честь, силе, деньги и прочее. Ладно, а, давайте что-то делать с этим уже товарищем. Что вам принести? Что нам принести? Хорошо. Как только ты отвлечешь стражу, я открою дверь, и ты сможешь пройти дальше. Окей. Надеюсь, мы оба доживем до завтра. Ну, я-то точно. Давай-ка я выпить хочу. Пожалуйста, господин. Лучший коловианский бренди. Чем еще могу служить? Мне нравится то, что я вижу. И поверь, не каждый это говорит. Я вообще очень... Ну что, Розила, давай пить. Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? Спасибо. Вот твоя выпивка. Щедрая душа среди этих скаридов и дармоедов. Скарид — это типа жлоб. Если я могу тебе чем-то помочь, обращайся без колебаний. Ну, кое-что ты можешь сделать. Чудесно. Я готов немедленно отблагодарить тебя за щедрость. Дай знак, друг. Лучшего огненного вина.
Надо устроить шумную сцену и отвлечь всех на несколько минут. И это все, друг мой. Только я могу тебе помочь. Устраивать сцены — это практически моя специальность. Отойди и насладись моим мастерством. Окей. Наслаждаемся. Внимание всех! Пожалуйста, послушайте меня. Я хочу сделать объявление. Кто это все раскидал? Я предлагаю тост за Эллен Вен. Раздела. За нашу хозяйку. Что ты делаешь? Фигурально, разумеется. Маловероятно, чтобы кто-то из вас захотел оказаться с ней в постели. Хотя вы почти все уже с ней... Пошли, пошли, пока нас не заметили. Пошли, пошли. Давай, проходи уже. Ладно, ладно, уберите руки. Ладно уж, я буду панькой. Мы же не хотим оскорбить наших талморских господ. Талморских господ. Принесите мне выпить, живо. Ну давай, чё? А вещи забрать? Будем надеяться, что никто нас не видел. Мы должны пройти через кухню. Твои вещи спрятаны в кладовой. Ага, вещи в кладовой. Прелестно. Поблизости. А говорить буду я, хорошо? Иди за мной. Всё, всё таки есть. Пошли. Идет, Малборн. Ты же знаешь, я терпеть не могу странные запахи на кухне. Гостю стало плохо. Оставь его в покое. Было мне плохо. Дай-ка я тут блевну. На кухне? Ты же знаешь, это против правил. Да. Против правил, Цавани? Я и не знал, что разрешено есть лунный сахар. Ты жрешь лунный сахар. Наверное, нужно уточнить у посла. Убирайся отсюда. Я ничего не видела. Ах ты, гадина, жрёшь господский лунный сахар. Я закрою за тобой дверь. Смотри осторожнее. Поспеши. Ну, давай, давай. Так, лунная стальная булава, это... Может, ему надо было ставить и... Я так понял, броню? Ну, ладно. Так, взять всё. Всё взять. Ну, ладно. Всё, что дальше? Что дальше? Говорить буду я. Я понял. Я закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не так. Ну что он ждет-то? Мне пора возвращаться, пока меня не начали искать. Блин, ну так возвращайся, чё-чё. Надо экипироваться, я так понял. Не просто взять, а экипироваться. Давай. Хорошо. Оружие. Ну, у нас было, собственно, блин, а щита-то не осталось, это обидно. Значит, железный кинжал не надо, мы берем лунная стальная булава, мы ее, конечно же, берем, как ее брать, вот так. Ну и, наверное, железный кинжал. А нет. Ну вот, все. У меня хватится, нам крышка. Да я понял, все готово. Говорить буду я. А так давай иди уже, куда ты там шел. Хавчик. Я закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не так. Ну что дальше-то? Че он стоит? Что теперь делать-то? Он давай. Прямо хоть читай прохождение. Если меня хватится, нам крышка. Я закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не так. Так, с вещи, сундуком, дверь. Я закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не... Все, я понял, я нашел дверь, я все, я прочитал, я понял, и теперь я знаю, что делать. Рассчитывай теперь только на себя. С кем это они? Новые миротворцы посланника? Не стоило сюда приходить. Ты что-нибудь слышишь? Что такое? Пошли вон. Так, давайте их оббирать. У нас вроде как все это собираем, одеваем. Это нам надо. Надо у нас хоть 55 из 300. Ну, теперь-то мы наберем всякого. Знаете, чего нету? Нету щита нету. Это плохо. Кто тут еще был? Мак. Мак, значит. Получив дыню, мак.
какой кошмар. Нам бы подлечиться чуток теперь. Ну, на хоть экшон начался, веселее уже, а то все эти ихние куртуазные манеры, фу, противно смотреть. Еще раз, пришли мы отсюда. Тут мы все осмотрели, давайте искать какое-то, вот зелье здоровья, нет? Зелье легких ног, это вино всякое, отстой. Деревянная миска, это нам не нужно все. Так, это что, кстати, оно может стоить дорого, стоимость 25, подсвечник. Ну, это может и стоит дорого, только кто это купит? Талморское деяние. 410 стоит. Ну, как не взять такую вещь-то? Вы чё? Мешочек. Пустой мешочек. Метла. Даже можно метлу взять. А можно ли экипироваться? Тут я не уверен. Скорее всего, нет. Да, это миска, мы заглядывали. Все, прошли отсюда. Тут сейчас просто пусть чуть-чуть больше здоровья пополнится. И надо было дать щит. Я что-то без щита как-то вот... Не подумал. С другой стороны, подождите, надо как бы приодеться. Что у нас тут? Оружие. Ну, это то, что у нас было. Одежда. Щит есть. Значит, нам надо взять что? Нам надо взять эльфийскую легкую броню, перчатки, сапоги, шлем. Вот. Такое. И щита нет. Вот тут обидно. Но зато хотя бы теперь в броне, а не просто так. Уже плюс. Что такое? Тыква. Чеснок. Отлично. От вампиров. То, что надо. Золото. Хе-хе. Череп тролля. Стоимость 5. Берем. Череп. Что у них тут за склад такой странный? Утюг. Ну, утюг пусть себе оставляют. Сапоги. Ну, это все ерунда. Это никто не купит. Ты что такое? Что это? Кран. Это какому-то квесту? Красное яблоко. Что-то вкусное. Вот что это такое лежит? Буфет. Нет, я понял. Мешок. А вот это что такое? Не смотрится. Ну, какой-то свиток, в котором что-то могло быть. Ой, кукла! Мешок муки. Ну, ладно, возьмем. Так, почему это не берется? Это же что-то. Буфет, ну, уже, ну... Ладно, короче, это все интересно. Пошли кого-то бить. Нордский мед. Ну, конечно. Его можно было купить, но мы же этим не занимаемся. Какая-то покупка меда. Зачем это? Знаете что, раз уж... Вот оно, зелье регенерации, здоровье. Все, что надо было найти. Вот оно. Книжка это. Что за книжка? Пирог и бриллиант. Конечно, мы ее забираем с собой. Знаете что, у нас, походу, там это тоже как бы... Кухня будет. Давайте-ка утвари наберем. Пусть будет. Я так подумал, раз уж мы можем все взять. А почему бы нет? Уголь. Ладно. Все правильно сюда. Не ошиблись ли мы дверью? Рулон бумаги. В крайнем случае, все это можно... О, сапоги талморские. Перчатки и вот это что такое? Это вино. Вино это не то, это все не то. Все, пошли дальше, наверное. В Скайрим прямо. Вышли в Скайрим, и тут начинается самое интересное, правда? Мы правильно вообще вышли? Что делать-то надо было? Ага. Вот это маг там стоит, я его помню. И еще какой-то ходит чувак. А можем мы их, скажем, убить из лука, пока они где-то там, а потом подбежать или что-нибудь такое, нет? Три человека. Ну, это не так, чтобы, наверное, опасно. Ну, черт их знает. Come on, guys. Let's get fire. Началось, началось. Что ты себе позволяешь, гадкий маг? Он что, живой? Слушай, его, к этому нас не готовили. Развели тут магов, просто не продохнуть. Кто такие? Волшебник. Все берем, все нужно, все классно. Значит, у них ни у кого нету щита, это немножко огорчает. У эльфов нет щита. Ну что, что у них вообще тут творится? Какие-то голые эльфы валяются на улице. Ну, это, наверное, моржи.
Качки маржи. Так можно было обойти как-то вот так, и, наверное, нас бы не заметили, если бы мы крались, в принципе. Давайте обойдем все по кругу. Нет ли еще какой-нибудь опасности в виде охранников? Я думаю, нет, но все же. Слушайте, а когда вот... Ну, нам же не сюда, нет? Где они? Я же их слышу. Вышли мы оттуда, правильно? А тут, очевидно, комната охраны. Или... Нет, мы отсюда вышли. Откуда мы вышли? Мы отсюда вышли, вот, и нам надо вот туда, в Талморское посольство. Правильно ведь? Ну, я же слышу, кто-то есть. Вон, стоят. То есть тут можно убежать через вот эту дырку в заборе, которая специально для нас тут проделана. Здорово. Нам, наверное, сюда. Само-то посольство вот это, а тут какая-то у них непонятная... Не знаю, светлица, темница, что тут у них. Коптерка для охраны. Но мне нужны эти деньги. Я их заработал. У меня столько расходов. Тихо. Фуш! Вот, блин. Новый уровень. Ох ты, гадкий маг. Ничего не умею, вот совсем. Получи же. Гадкое создание. Ну, так-то получше уже. Ключ от камеры дознания, это что-то нужное? Так, 185 пока еще хватает. Так, аметист, всякая ерунда, эльш, сапоги, все как надо. Ну, да, не могу стоять, это же сладкий рулет, кто-то его мог украсть. И что мы теперь должны делать? Что у них тут есть? Это что такое? Бумага, я даже не знаю зачем. Открыть замок? Вот, давайте попробуем. А нету отмычек. А так... Магия, эльфийское стекло не бьется. Ядовитый колокольчик, яд обморожения, что там еще, всякая ерунда. Это кувшин, светящаяся пыль, зелье купца и что-то, чешуя рыбы-убийцы. Как оно странно у них тут лежит, ну это так, значит, надо. Некая книга, мы просто берем ее и забираем. Забираем, я сказал. Все, забрали. Слушайте, а книг-то тут сколько? Я их всех заберу просто потому, что потом прочитать, ну, как бы, но... Неинтересно, типа, лор, все такое. Конечно, между эпизодами, потому что читать в эпизоде, это можно даже целый эпизод, а то и два или три, только на прочтение книг оставить, но это не так, наверное, интересно, как какой-нибудь экшон. Ну, что не берешь-то? Череп же, вот, череп, нет? Ну, ладно. Так, нам куда-то по... Платяной шкаф. Ага. Деревянная миска, золото возьмем. Богатая одежда стоит 50, стоит 45. Конечно, нам нужна богатая одежда. У нас же, собственно, Танна. Это не просто так себе какой-нибудь двоечник. Так, что дают? Череп тролля. Опять череп тролля. Чеснок. Вот точно такой же был. И тыква была, и монетка лежала. Вот мы вообще туда идем? Я так подумал, может, это не туда куда-то? Нет, все правильно, вот стрелочка туда показывает, значит, все как надо. Ага! Глупая эльфийка, получи в дыню. Или может это эльф? Так, 278, как-то вот уже и все. И брать больше нечего, книжку, правда. Книжку надо взять. Так, а эту тетку куда-то спрятать, ну она тут не очень как бы нам... Что за звуки страшные? Ты кто такой? Этьен Ранис. Я же сказал, ничего больше не знаю об этом. Это ты зря так. Повтори еще раз. Ладно. Как скажешь. Может, ты просто убьешь меня и покончим с этим? Да, конечно. Это для этого есть сюда пришел. Есть один старик. Я его видел в Рифтине. Старик в Рифтине. Я не знаю, где он живет. Я не знаю его имени. Окей. Да, он подходит под описание этого Эсберна, который тебе нужен. Эсберн. Может, это он, а может и нет. Я больше ничего не знаю, правда.
Ну, ты мне очень помог, спасибо за содействие. Ну, то есть мы то, что надо, узнали, я так понял. Слушай, ты шпион. Ты в ловушке, и мы взяли твоего сообщника. Ну, вот здорово, идите сюда, я вам покажу, кто сообщник тут. Плевать. Тихо, предатель. Я уже мертвый. Иди, медленно. Не стоило сюда приходить. Кажется, мы нашего ударили. Ну, это мелочь. До свидания. Все, что ли? А где наш? Он немножко улетел, да? Ну, это мелочи. Так, стоп, а ну куда нам идти-то теперь? Ну так, чтобы действительно нормально выйти и никого больше не задевать. А, вот это же наш чувак. Ой, у него было золото. Нордский мед, орехи в меду, отмычка. Серебряное желе, одежда, сапоги, ну это все дешевка. Тебя мы оставим лежать так, потому что, ну... Булава отстойная. А где была такая витрина со всяким? Нужен ключ? А у нас нет ключа? А что такое я еще? Я сказал, ничего больше не знаю об этом. Может, его освободить как-то? Я не буду тебя пытать. Что? Кто? Чего ты тогда хочешь? Нет времени на объяснение, давай убираться да, отсюда. Конечно. Быстрее, туда. Я видел, как стражники выносили туда трупы. Куда-нибудь да выйдем. Ну-ка, и. Иди вперед, у меня надеюсь, еще есть дела. Ты знаешь, что делаешь. Я собираюсь искать выход отсюда. Да-да-да-да. Давай, Этьен. Топай, куда там топал. Так, что тут дают? Ничего не дают. Ну, такое есть. Куда он хоть идет? Ты там, давай, иди. Куда ты идешь? Перо, бумага, всякое. Чеснок? Чесноком пытают? Наверное, это какая-то изысканная, изощренная пытка чесноком. Бочка. Морковь? Да ну ладно, не надо. А, вот же, ключ от камеры. Я что, его не взял? Ключ от люка, ключ от люка. Вот что нам надо было взять. Так, вес 4, ну я уже не знаю, у нас столько всего, что просто, может, уже и не надо брать. Нам же вернут еще наши вещи, и хотя, возможно, мы это все продадим. Ровно 300, вот 300, шутка про 300. Личный покой, не надо было сюда заходить, правда? Это плохая была идея. Ну, судя по всему, да, идея была не очень. А, так мы отсюда и пришли. Фу. Спасибо, до свидания. Ну, да, такое. Значит, пошли к люку. У нас теперь есть супер ключ, который как раз позволит это все открыть. А тут, подождите, это... Они... Не... А, это личный покой, и там тоже выход из них. То есть два выхода. Ага, как все сложно тут. Ну, ладно. Значит, еще раз тут смотрим. Тут ничего нету, какая-нибудь секретная комната, что-то не видать. Вон-то, правда, еще какая-то дверь. Уточним еще раз. Вот, мы как-то отсюда вышли сюда. Это что? Все, все точно. Вот личный покой. Ладно, идем уже к люку, что-то долго мы тут ковыряемся в этом посольстве. Так я не понял, что делать-то надо. Ну, вроде мы сделали все как надо. Что ты стоишь, глупый? Я видел, как стражники тащили туда тела. Ага. Может, там выход? А может. А кто ты вообще они такой? Они меня взяли в Рифтоне. Решили, что я что-то знаю. Они мне задавали одни и те же дурацкие вопросы. Ну, понятно. Давай выбираться отсюда. Давай, давай, все, выбрались. Надеюсь, мы выбрались. У нас, кстати, поднялся уровень. Бородатый мох взять, конечно, нет. Хотя, надо бы, но... Мы набрали всякой ерунды, которую надо продать. Ух ты, ёлки-палки. Короче, чувак сдох. Чё-то мне этот тролль не нравится, и... Пусть он себе валит куда-нибудь подальше. Серьезно.
Я помню этих троллей, это что-то нехорошее. А куда нам идти-то? Теперь карту покажите. Ну, как все сложно. Ага. Ну ладно, пошли. Пощады. Извини, Этьен, у тебя только рваные штаны. Мы тебе ничего не... Тут еще кто-то есть. Колдун-новичок. Черное деяние мага. Но оно-то стоит дорого. Сапоги. Сапоги-то, может, и нет, но... Что-то надо выкидывать теперь. Ну, скажем, выкинем, ну, предположим... Ну, скажем, что-то эльфийское. Легкий шлем. Оно, собственно, не такое тяжелое, это все эльфийское. Но я знаю, что череп тролля один выкинем, хотя он так тяжело добывается, что даже и не хочется выкидывать. Блюдо. Это для дома, для кухни, вы что? Где череп? Череп тролля. Бросить как? Складировать. А, мы не выкинули, мы положили этому колдуну-новичку. Потом, если что, выберемся, когда-нибудь вернемся. Необычный камень. Конечно, взять. Книга. Хорошо. Так, и там тролль. Ну, как-то надо выбраться отсюда. Ой, да ладно. Тихо, тролль там и стой. А мы валим отсюда. Не-не-не, тролль, до свидания. Мы не знаем, кто ты. Пока бить не хочу, потому что чувствую, будет только хуже. Ну, как хуже. Все, выбрались. Покинуть Талморское посольство, поговорить с дельфиной. Где это наша дельфина-то? Ну, где-то тут. Вернуть свое снаряжение. Ну, где дельфина-то? Эй! Что творится? Где карта? Дымящаяся пещера и отсюда как-то выход. Где это вообще посольство находится? Карта мира. Покажите, пожалуйста. Ого, как оно далеко все. Это вот сюда на ферму... Как ее там... Где нам с ней говорить-то? В Ривервуде этом самом? Ах, вот оно как. Ну так это все правильно. Значит, давайте будем к ней туда выдвигаться, в Ривервуд. Заодно продадим всякую ерунду где-нибудь. Череп тролля. Сколько у нас осталось-то всего? 4 килограмма свободного. Значит, вначале надо... Я туда больше не пойду. Заглянуть в наш любимый дом, все скинуть, а потом поговорить с этой теткой. Наверное, это все сделаю в отдельном эпизоде или между эпизодами. Ну, как-то так. А для нового эпизода достаточно. То есть мы какие-то важные сведения узнали, проникли на прием, лишнего никого вроде не заделит, кроме охраны. Это хорошо, наверное? Я думаю, да. Всем спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и до новых встреч!